Доброе утро! Меня зовут Софья Тычинкина. Это рубрика «Образ жизни», где я знакомлю вас с самыми красивыми и стройными звездами. Сегодня хочу познакомить вас с ритмом жизни певицы Валерии, которая, будучи матерью троих детей, остается в рейтинге самых стройных артисток. Мы боимся любить, ищем путь по прямой, душу кровью облить, доступ кода слепой, звук любви одолжить, чтоб с ума не сойти, лучше все позабыть, но почему же мы... С учетом того, что Валерии уже 47 лет, параметры ее восхищают. При росте 170 сантиметров она стабильно поддерживает вес на отметке 50 килограммов. Как утверждает сама артистка, ее стройность не дар природы. Весь секрет в здоровом образе жизни и правильном питании. Например, известно, что Валерия яркая поклонница йоги и каждый день делает несколько асан. Также минимум дважды в неделю посещает тренажерный зал. Иногда, в особенности на гастролях, она даже заменяет завтрак тренировкой. А дома ее любимый тренажер – это вибрирующая платформа. На ней Валерия занимается по 20 минут в день. Ну и, конечно, в поддержании фигуры помогает напряженный рабочий график. Но, как и у любой другой девушки, случаются моменты, когда после нескольких праздничных дней или похода в ресторан появляется лишняя тройка килограммов. Тогда певица питается строго по часам. Основные принципы диеты Валерии. Во-первых, нужно выпивать 2,5 литра негазированной минеральной воды или зеленого чая каждый день. Причем стакан воды необходимо непременно выпить за полчаса до каждого приема пищи. Раз в неделю устраивать себе разгрузочный день на кефире. Кроме того, следует ограничить употребление мяса не более одной порции в день и только в обед. На перекус лучше выбрать нежирный творог. Ни в коем случае не совмещать белковые и углеводные блюда в один прием пищи. А ужинать не менее чем за 3-4 часа до сна. Ну и, конечно, следует исключить из рациона соль, сахар, сливочное масло, маргарин, кофе и мучные изделия. Кроме того, Валерия признается, что отправляясь на гастроли или отдых, она всегда берет с собой весы, чтобы постоянно следить за внешним видом. Буду рада, если образ жизни певицы Валерии станет для вас примером.